говорится, скорость по зависит от материала, который он планирует. Да, флюр он более. Он отличается от монофила и отличается от плетенки. То есть профессионал, можно использовать еще такую фишку, блин. То есть вы хотите, чтобы дольше груз тянул, да? У вас плетенка, грубо говоря, вот спиннинг у вас, к примеру, до 10 грамм, плетеночка тонкая намотана, ну 0,10, грубо говоря. А вы можете поставить леску, ну, лучше флюр, конечно, потому что он более прозрачный. Леска уже толстая, в воде все равно ее будет видать. А леску можете поставить, к примеру, 0,25. То есть за счет того, что леска толще, то есть приманка будет пикировать как бы дольше. То есть вы подтянули, особенно в леску, в резкой анимации, да, она у вас подлетела. На тонкой плетенке за счет того, что она будет быстрее тонуть, она на счет будет на плетенке, на леске, на толстой леске, она больше планирует. Вот такой тоже вариант. А клевки в основном планирование, да? По-разному. Вот сейчас со мной кто-то стояли, блин, по-разному. Бывает в свободно. Обычно, когда встаёт на планировании, окунь, блин, садится, и ты уже начинаешь включаться, он уже висит там. Вот. Бывает часто, и когда начинаешь вот время трясучек там или анимации, начинаешь тогда вести. Вот. Но я сейчас покажу, он сейчас расскажет, я сейчас покажу такие базовые проводки.